Действиям сотрудников социальных служб будет дана оценка. После показанного в нашем эфире репортажа о том, что прямо на полу в подъезде умер пенсионер, в профильном министерстве начали внутреннюю проверку. Напомним, 73-летний Аркадий Андреевич Максимов полгода назад оказался на улице. 15 лет он прожил с гражданской женой, а после ее смерти родственники супруги выставили мужчину за дверь. Ночевал пожилой человек в этом же подъезде, подкармливали соседи. Они же на протяжении нескольких месяцев и обрывали телефоны социальных служб. Пенсионера пообещали пристроить в дом ветеранов, но лишь после того, как он пройдет всех врачей. Временного приюта для невольного бродяги не нашлось. Перед самым выходом репортажа в эфир нам сообщили, Аркадий Максимов умер прямо на лестничной площадке, не успев пройти последнего врача и так и не дождавшись человеческих условий. По данному факту в Министерстве труда и социальной защиты населения Хакасии проводят проверку. Это не дело, когда человек уходит в иной мир в таких условиях, но разберемся досконально. Ну, как бы на поверхности то, что лежит, конечно, где-то недоработали. Я ни в коем мере не защищаю соцработников, что они сделали все. Конечно, все они не сделали. Где-то недоработали. Не скажем, ничего не сделано. Сделано слишком мало. Не так быстро и оперативно. Где-то частично вина этого гражданина есть, когда он там потерялся. Ну, а в целом мы должны все-таки вот этот порядок четко себе проработать и знать. Между тем, к проверке подключилась и прокуратура Хакасии. Она даст собственную оценку работе социальных служб.